Перед вами самый простой и надежный способ быстрой засолки сала. Его можно назвать беспроигрышным вариантом. С таким соленым салом можно делать бутерброды и брать с собой на работу. Этот способ засолки сала очень прост. Для него используется самая обычная соль, и что очень важно, сало просто невозможно пересолить, оно берет только то количество соли, которое ему нужно. Поэтому даже тот, кто никогда не пробовал делать это самостоятельно, может смело приступать к его приготовлению. Теперь вы узнаете, как сделать быструю засолку сала в домашних условиях. Пробуйте на здоровье. Досмотришим видео, и я предложу записать список ингредиентов. 1. Выберите свежее сало, сначала положите его в холодильник на одни сутки. 2. Отлежавшееся в холодильнике сало разрежьте на небольшие куски, от их размера зависит то, насколько вам будет удобно с ними работать. 3. Возьмите каменную соль, перец крупного помола. Поломайте лавровый лист, хорошо перемешайте, добавьте к образовавшейся смеси, по желанию, следующие ингредиенты: гвоздику, чеснок, хмели-сунели и так далее. 4. На дно посуды насыпьте обычную соль, покрыв дно полностью, обваляйте нарезанные куски сала в приготовленной смеси, уложите в посуду, засыпьте оставшейся пряно-соленой смесью, дайте возможность постоять при комнатной температуре 2-3 дня, за этот период пару раз переверните, затем стряхните лишнюю соль, сложите просоленное сало в пакет, отправьте в морозильник на одни сутки. Подписывайтесь и ставьте лайки. Ставим лайк и подписываемся. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Сало свежее, 500 грамм. Соль, 200 грамм. Лавровый лист, 5-6 штук. Смесь перцев, по вкусу. Количество порций, 10-12. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Еще увидимся.